На отреставрированной весной части бульвара Жванецкого вскоре вырастет еще один новострой, а именно 24 этажа на склонах между бульваром и Приморской улицей. Но если безопасность объекта такой высотности в данном месте – проблема будущих владельцев квартир в жилом комплексе, то закрытый вид на море – проблема всех одесситов. Если что-то отличает наш город от других, это, наверное, море. И вид на море, и возможность доступа к морю является для нас, жителей города, одной из, наверное, наивысших ценностей. Когда это у нас забирают, когда у нас лишают этой возможности, ну, я не знаю, такие люди должны были, на мой взгляд, наказаны самым строгим образом. Почему город архитектурно уродуется из года в год, и никто не может остановить этот процесс? Вопрос открытый. Оппозиционные депутаты горсовета говорят, что это делается целенаправленно. Под подобную хаотическую застройку и принимался зонинг, а также многие детальные планы территорий. За последние годы муниципальное собрание приняло целый ряд скандальных решений, и новострои в самых разных местах города продолжат расти. За последних 5-6 лет было принято решение, по сути дела, которое вот сейчас мы, наверное, будем лицезреть уже непосредственно в виде подобной застройки. Потому что все эти решения принимали в 16, 17, 18 годах, в 19 году. Но застройка будет происходить вот текущих еще, допустим, там 2-3-4 года. Поэтому это только, как говорят, еще цветочки, ягодки, еще все впереди. Любопытно, что строительство ведется вполне себе законно. Город его санкционировал. Памятник архитектуры местного значения, художественный музей, находится на должном расстоянии. То есть никакой иной ответственности, кроме моральной, застройщик не несет. Главный вопрос хочется задать депутатам горсовета прошлого созыва. Действительно ли они руководствовались интересами горожан, когда принимали решение о землеотводе под застройку? Из всей этой истории очевидно одно. Одесситы потеряли очередной вид на море. На этот раз с бульвара Жванецкого. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».